Всем доброго времени суток, мы с вами продолжаем играть в Subnautica, и в прошлой части мы доплыли с вами и нашли еще один обломок от Авроры, но нам надо быть внимательным, у нас заканчивается энергия на циклопе, поэтому мы сейчас здесь все обследуем и потом наверное, все-таки поплывем на базу, сделаем себе компас, ну и опять запасемся батареями, опять безумные сборы, очень долгие и упорные, которые мне не очень нравятся в этой игре. Ну да ладно. Давайте, в общем, сейчас сделаем, наверное, маячок, для того, чтобы не забыть, где все это дело находится. Еще бы только вспомнить, где сам маячок. Медная проволока и титан. Так, у нас медь, по-моему, тоже заканчивается с вами. Медная проволока и титан нам нужен. Нам нужен титан. Титан у нас здесь. Так, отлично. На это у нас все ресурсов пока хватает. Это здорово. Так, медная проволока. Медная проволока. И теперь нам нужен маячок. Радиомаячок. Так, отлично. Давайте теперь выкинем все из рюкзака. То, что нам не понадобится в ближайшее время. Так, я не помню, куда я тут выкладывал. Так, у нас здесь лежит. Давайте вот это заберем. Сейчас я думаю, что у нас вот здесь есть, по-моему, один ящик свободный практически. Ну, вернее, не практически, а он и есть свободный. И мы выложим все это дело сюда. Строитель выложим, он нам не нужен. Сканер оставим, радиационный шлем выложим. Закаленный клинок оставляем, лазерный резак оставляем, сканер оставляем, все остальное оставляем. То есть у нас не так, в принципе, много места. Так, вроде бы как эта гадина... Ну-ка, давайте посигналим. Может быть, она все-таки уплывет отсюда куда-то подальше, и мы тогда сможем выплыть. По-моему, чуть-чуть она пугается, да, потому что отплывает после того, как мы начинаем... А может быть, и не пугается, может быть, мне показалось. Ну-ка, плыви отсюда. Да, вроде бы отплывает немного подальше, поэтому пока она отплыла, мы быстро-быстро сейчас с вами ныряем и попробуем собрать вот эти красные штуки. Я не знаю, что это такое, но это что-то... Кровяная нефть, отлично, ребят, мы нашли еще один ресурс, который обязательно нам пригодится. По-моему, из него что-то там должно было крафтиться. По-моему, в прошлый раз мы с вами находили, что за рыбины такие. Новая какая-то рыба. В общем, посмотрим. Так, грибы, глубинный гриб, давайте тоже его соберем. Вот, и... Все это нам точно пригодится. Наверное, я не знаю. Ну, в общем, сейчас сколько-то наберем. Так, давайте посмотрим, что у нас. Уже инвентарь полный, поэтому возвращаемся. Сейчас мы это дело все выложим и еще раз нырнем, соберем еще этой кровавой руды. Вот, и из нее уже будем что-нибудь себе такое делать. Так, глубинный гриб. Я не знаю, для чего он. Надеюсь, он тоже нам пригодится. Кровяная нефть. Давайте посмотрим, что из нее там делается. Но я абсолютно точно помню, что что-то делалось. Так, из нее делается бензол. Из бензола делается синтетическое волокно. Тут у нас ничего нет. Тут где-нибудь силиконовая резина. Синтетическое волокно. Вот усиленный костюм. Костюм дайвера из прочных армированных волокон, дающий 50 защиты от физических повреждений. Тоже, кстати говоря, неплохо. Вот как раз нам нырять куда-нибудь. Так, и все остальное вроде бы как больше нигде он не нужен, да? Ну давайте тогда сделаем сразу бензол из того, что у нас есть. А потом пойдем еще поныряем и еще наберем. Я думаю, этого ресурсов побольше таких. Ой, аптечку-то не надо. Вот это выкладываем. Рыба-гребень. Всего еды 7 и вода 1. Какая-то не очень рыба. Так, и бензол же еще. Бензол. Надо, в общем, наделать здесь маяк. Маяк, главное, не забыть выбросить. Так, сейчас приготовим эту рыбу. Вот, и еще раз будем нырять. В общем, новый вид рыб каких-то нашли. Но какая-то она такая полубесполезная, да, она совсем большая. Хотя, с другой стороны, смотрите, 23 еды и 3 воды. По-моему, тоже неплохо. Так, ладно, вроде пока нас вот это не трогает. Электрическая рыбина. Поэтому мы просто с вами быстро-быстро от нее куда-нибудь уплываем. Вот, на глайдере. Сейчас мы еще насобираем вот этой кровяной руды. Или как она там уже называется, опять я... Кровяная нефть. Почему я руда-то ее называю? Ну, потому что выглядит она как руда какая-то. Вот, поэтому сейчас мы тут наберем ее. Так, вот эти штуки, что это такое? Непонятно тоже. Ну-ка, давайте посмотрим.
Так, никак это не обозначается. Может быть, ее как-то порезать надо. Так, порезать-то она порезалась. Ну и чего-нибудь с ней можно сделать? Нет, к сожалению, собрать ее нельзя. Ничего с ней сделать нельзя. Так, будем знать. Так, еще где у нас еще кровяная нефть есть? Я думаю, что вот там чуть поглубже она должна быть. Вот, мы сейчас ее тут наберем побольше. Так, отлично. За воздухом главное следить, не забывать, что он у нас может закончиться. И не забыть обязательно здесь, сам для себя напоминаю, выбросить обязательно. Надо здесь выбросить обязательно. Что-то глайдер здесь нифига не работает, по-моему, ребят. Что-то как-то не ускоряется у нас по плаванию, даже с глайдером. Так, попробуем под этой рыбиной. Надеюсь, она не будет нас атаковать. Мы на приличном расстоянии от нее, в принципе, плаваем. Так. И надо уже плыть обратно, потому что у нас заканчивается воздух. На всякий случай еще возьмем. А, инвентарь уже полный. Ну, все тогда. Тогда быстро вот глайдер заработал. Не знаю, почему-то вот в том месте мне казалось, что он просто отказывался плыть. Делаем еще бензола тогда. Так, бензол. Очень много, конечно, уходит ресурсов на этот самый бензол. Ну, вроде как он больше нигде не нужен, поэтому прошу прощения. Надеюсь, что это не было очень громко. Еще сделаем бензольчику. Вот, и вроде бы нам хватит, да? Вроде бы нам хватит. Так, раз, два, три, четыре штуки, да, у нас осталось. Тогда вот эту руду выкладываем, сразу попьем немного и не помню, сколько там нужно было на костюм. Сейчас посмотрим, что там еще нужно. Сделаем себе этот костюм и поплывем. Усиленный костюм дайвера, два синтетического волокна. Подождите. А, мы же не сделали синтетическое волокно, то я уже так, два бензола на нее нужно. Как раз я взял 4 штуки, из 4 штук сделаем 2 таких, и у нас тогда уже должно быть. Так, вот, силиконовая резина. Силиконовая резина не проблема, к тому же здесь же и валяются много кристаллов, если что. Вот, не помню, да что такое-то. По-моему, на силиконовую резину нужно 2 кристалла. Сейчас мы его тоже сделаем. Так, силиконовая резина, 2 кварца, так и есть. Отлично. Сделали. Так, сейчас на секундочку, я забыл, не помню, записал ли я время. По-моему, не помню, записал или нет. По-моему, записал. Так, будем надеяться, что это правильно. Надеюсь, что это то, что я записал. Ладно. Делаем себе усиленный костюм дайвера. И посмотрим, что это такое. Теперь нам не так будет страшна эта самая рыбина. Выкладываем тогда. Подождите, ничего мы не выкладываем. Мы тогда вот как-то. Нет, как-то. Подождите, да, вот выкладываем вот этот костюмчик дистилляционный и надеваем усиленный. Так, здорово. Дистилляционный мы тогда кладем пока что. Дистилляционный кладем. Еще я вспомнил, что может быть вот здесь что-то можно как-то. Вот, что-то, по-моему, или нет, или мне уже кажется, нет. Грави-пушка. На грави-пушку тоже компьютерный чип нужен. Но здесь вроде ничего нового больше у нас не появилось, к сожалению. Но у нас уже усиленный теперь костюм. Правильно я понимаю? Да, усиленный костюм. И поплыли еще, наверное, немного бензола пособираем. Вот, пока есть такая возможность. И после этого мы с вами отправимся. Так, давайте, наверное, куда-то поглубже сплаваем. Вот. И после этого мы с вами отправимся уже исследовать вот эти обломки. Хотя вы мне и написали, что вроде как там ничего не должно быть. Но я хочу все равно туда заглянуть, посмотреть. Может быть, все-таки. А вдруг все-таки в каких-нибудь обновлениях чего-нибудь такое добавили интересное. В общем, сейчас мы это все посмотрим. Сейчас мы последний раз тут насобираем все. И отправимся с вами. Так, интересное тоже место. Надо. Главное не забыть, еще раз повторюсь, это я для себя же повторяю, выбросить здесь маячок, чтобы нам потом не метаться тут, не искать, где мы это видели, все дело, да? Вот, поэтому еще даже глубже опускаемся. У нас глубина уже 400 метров, представляете, на 400 метров мы с вами ныряем уже. Кто бы мог подумать, что такое вообще произойдет. Так, вроде здесь никого страшного нет. Ох, а вот это там красные, смотрите, огромные такие залежи. Не знаю, что это такое. Про воздух главное не забыть, что это такое.
Это тоже кровяная нефть, но почему-то она какая-то такая огроменная. Так. Да, это тоже. Это просто кровяная нефть. Слушайте, ну выглядит она здесь немного по-другому. Согласитесь, там как-то она такая была замшелая какая-то. Здесь свеженькая, свежевыросшая, да? Так, почему-то падает. Стоп, стоп. А, инвентарь полный. Ёлки-палки, забывай, я постоянно про инвентарь. Быстрее поднимаемся тогда. В общем-то, здесь можно много ее набрать. Сейчас мы поставим маячок. Кстати говоря, надо было и выбросить там маячок. Что-то я, ладно, уже не буду возвращаться. Тогда я маячок прямо здесь где-то и брошу. Так, где у нас маяк? На пятую кнопочку ставим его. И давайте здесь его и бросим. Так, на пятую кнопку. Вот сюда давай бросайся. Так, отлично. Теперь мы здесь не потеряемся. Будем, запомним, что М4. М3 это у нас всякая всячина полезная, да? Так, как-то он близко очень плавает. Опасно. Воздух заканчивается, надо быстрее. Так, все, приплыли. Еще немного прибарахлились, набрали немного еще ресурсов. Я думаю, что нам теперь этого хватит на некоторое время, потому что я в любом случае не знаю пока, на что их еще переводить, кроме как вот этого костюма, который мы с вами уже теперь сделали. Так, у нас все забито уже, по-моему, все забито, да? А здесь у нас такие только драгоценности, да? Ну и здесь. В общем, мы, по-моему, уже практически все ресурсы нашли, которые нам были интересны. Ну, давайте, наверное, ладно, сюда тогда положим. А, здесь тоже забиты елки. А где ж? Куда ж? Вот сюда ж. Так, все. Теперь мы с вами отправляемся в обломки. Вот, может быть, пониже тогда немного опустимся. Вот, и как раз где-нибудь вот отсюда, чтобы нам поближе было заплывать. И отправимся. Так, поплыли. Так, поплыли. Вот я вижу проход. Так. Так, отсеки какие-то здесь раньше были. Здесь раньше были какие-то же отсеки, наверное, интересные. Так, и вниз. Главное не заблудиться тут, ребят. То потом, боюсь, будет не очень хорошо выплывать. Так, что-то... Все куда-то ведут. Я боюсь, что я уже заблудился, если честно. Вот, потому что я уже даже не понимаю, где мы плыли, где мы не плыли. Вроде пока ничего тут нет интересного. Попробуем здесь ускориться вот так. Так. Где-то... Здесь что у нас? Здесь тоже ничего нет, да? Так. В общем-то, пусто. Пусто, как вы мне и писали, ребят, абсолютно здесь пусто, абсолютно неинтересно. Но попробовать стоило, согласитесь. А вдруг? Ну-ка. Так, а здесь я был? Да, я, по-моему, здесь уже тоже был. Так. В общем-то, все. Тупик. Надо теперь выплыть теперь как-то отсюда, потому что воздух заканчивается, и я начинаю... Тут заблудился немножко, по-моему, я. Так, где мы выплыли-то? Ой-ой-ой, как близко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, я понял. Все, я уплываю. Знать бы куда, только уплываю я. Нет, отстань, зараза. Зараза. Ну вот усиленный костюм нам и в этот раз помог, ребят. Смотрите, у нас 52%. Я думаю, что в обычном костюме я бы не выдержал два таких сильнейших удара электричеством. Нас это просто... Нас спас вот этот костюм. Ну, в общем, обследовали этот обломок, ничего здесь нет. Тогда, наверное, мы с вами попробуем немного еще опуститься поглубже. Наберем еще, наверное... вот этой кровавой нефти. Вот, и сейчас как-нибудь так аккуратненько, чтобы ни во что не врезаться. И тогда будем возвращаться на базу, потому что уже 192 у нас осталось, 192 энергии осталось, и будем, наверное, сюда приплывем, и потом в следующий раз, и отсюда уже продолжим искать, где еще может быть биом. Вот, потому что мы еще один биомчик с вами не нашли. Ай-яй-яй, тихо.
Тихо-тихо-тихо-тихо. В сторону немножечко, вот так. Немного в сторону. Вот здесь должно быть еще много вот этой самой нефти. Вот, я думаю, что нормально. Вот так. 52% у нас здоровье, но у нас аптечки есть. Хорошо, мы с вами наделали аптечек. Так что теперь мне это не так все дело страшно. Так, давайте наберем еще, чтобы был про запас. Мы еще можем на свою подводную станцию, там, на своей подводной станции все это дело выгрузить, для того, чтобы у нас все не хранилось в циклопе. Вот, и может быть еще что-то интересное здесь будет. Пока больше ничего интересного, честно говоря, не вижу. Давайте еще вот такую рыбку возьмем. Даже если у нас получится, даже парочку их возьмем. Вот, для того, чтобы... Вот еще одна. Давай, берись. Отлично. Сейчас покушаем, когда вернемся. И уже поплывем. Вот эти огроменные красные, свежие, да, свежая кровавая нефть. Вот. Ну, здесь ее много, поэтому проблем с ней вообще не возникает. Ну, и на такой глубине, как вы видите, рыбин-то никаких и нет. Так, а может быть, вот таких рыб лучше наберем? А из аквариума возьмем, поедим потом. Вот так. Я думаю, что какую-нибудь старенькую рыбешку, которая у нас уже, она нам не интересна, мы ее заберем и в крайнем случае даже выкинем. Так, а вот этих мы всех соберем. Так, почему мне показалось, что у меня темнеет в глазах? Думаю, неужели воздух заканчивается? Вроде как я следил за этим. Нет, у нас вроде как с воздухом тоже пока все в порядке. Так, ладно, все, уплываем отсюда. Здесь мы собрали все, что хотели. Единственное, что, конечно, не нашли мы все, что нам нужно, но это такое. В общем, найдем. Ой, сколько я набрал-то? Сколько я всего набрал? Так, я наоборот, по-моему, забираю, не выкладываю. Так. Все, тут битком. Давайте сюда еще выложим немножечко. Так, и по поводу рыбы. Теперь надо определиться, какую мы рыбу будем есть. Реджинальды тоже хорошие рыбины, поэтому вот эту забираем, эту сюда отправляем. Так, и вот здесь тоже каких-нибудь рыб сейчас поменяем. Вот этих забираем, а вот этих кладем. Так, что это такое-то? Опять какой-то глюк у нас. Почему-то она в руках у нас оказалась, непонятно почему. Мы не хотели ее в руки брать, это абсолютно точно. Так, может быть, еще какую-нибудь поменять. Давайте вот эту еще поменяем. Вот так сделаем. Так, все. Я еще придумал. Мы сейчас пару рыб съедим. Ну, вернее, даже не пару рыб съедим, а съедим так, чтобы наесться, да. А оставшуюся рыб мы просто с вами засолим, чтобы они у нас были. Чтобы они у нас были в соленом виде. А вот, и никуда тогда у нас, ну-ка, хватит нам две, чтобы поесть. Приготовленные. Нет, еще одну рыбу нам надо. Мы тогда, наверное, рыбку Гарри еще одну съедим. Вот, и одну засолим. Положим в шкафчик себе на будущее. Так, отлично. Так, приготовленная рыбка. Так, 95%. Еще даже не до конца наелись. Ну, это ладно, это такое. Сейчас мы сольку одну возьмем. Где-то у нас была соль еще тут. Вот, одна, по-моему, соль нужна для этого. Так, у меня же самого слюнки потекли, как он аппетитно так жует их. Так, отличненько. И вот эту соленую мы положим с вами вот сюда. А заберем отсюда вот эту водичку. Хотя нет, маленькая нам не нужна. Нам маленькая сейчас не нужна, нам нужна большая бутылка. Вот эту забираем бутылку тогда и пьем. Вот, практически полностью мы восстановили запасы еды и воды. Ой, прошу прощения. И теперь мы с вами... Так, нет, не туда. И теперь мы с вами возвращаемся. Маячок у нас есть, все есть. В общем, аккуратно теперь бы еще понять, где здесь можно выплыть. Потому что так темно, что ничего не понятно. Так, где здесь подъем-то? Где здесь подъем? Так. Вообще темень полнейшая. Так, над нами просто потолок, да? Так, а где же мы тут опускались-то, ёлки-палки? Что-то теперь найти бы выход. Так, где-то тут это было. Так, ну вот надо ориентироваться по водорослям вот этим синим. Раз они поднимаются где-то здесь, значит, там они ни во что не упираются. По идее, так.
Вот, и, соответственно, как-то так и выплывать будем. Постепенно, постепенно, потихонечку. В общем, сейчас посмотрим. Так, вот этот обломок был. Так, где-то это электрическая рыбина. Не помню, как она называется. Я посмотрел в Википедии, но опять не помню, честно вам скажу. Что-то постоянно забываю. Так. Где ж тут подняться-то можно? Вот. Вот, вроде вы выплыли. Вот Реджинальды тут плавают. Можно и здесь было рыб набрать. Ну ладно. Так. И где мы плыли, я абсолютно не помню, что это такое. Тихо. Все нормально. Все нормально. Поднимаемся. Так, всплываем. Всплываем на поверхность для того, чтобы теперь сориентироваться нам. Так, нового биома я пока что не вижу. А вот, и... ну, в общем, мы, я думаю, что в следующий раз уже найдем. Я боюсь, как бы нам энергии вообще бы хватило для того, чтобы просто доплыть до своей станции. Потому что мне не хотелось где-то на полпути бросать своего циклопа, чтобы потом ему делать батареи, где-то там потом опять к нему плыть и уже заправлять его. Так, ну всплывай, давай. Темень полнейшая, вообще ничего не видно. Вот, наконец-то стало видно. О, и как раз рассвет наступает, да? Ух. И куда же мы с вами заплыли? Давайте смотреть. Давайте сейчас покрутимся. Поищем маячки наши. Пока не вижу ни Авроры, ничего не вижу. Так, как бы нам вот так на поверхность выплыть, чтобы он нас больше... Вот. Вроде получилось. Так, вот где-то там Аврора и вот наши маячки. Все, на М1 у нас находится наша база, поэтому мы плывем в ту сторону. Достаточно далеко мы уплыли. Смотрите, даже Аврора вот не полностью прорисовывается с такого расстояния. Или с ней что-то произошло. Ну, этому я меньше всего удивлен. Вот, потому что вы сами знаете, что после каждого захода в игру постоянно происходят какие-нибудь чудеса. Так что здесь ничего как раз удивительного нет. Плывем. В общем, очень далеко мы уплыли. Смотрите, сколько мы уже плывем. Ну, вот впереди я вижу зато нашу спасательную капсулу. Она хорошо прорисовывается. И где-то, по идее, уже совсем-совсем недалеко должна быть наша подводная станция, да, которую мы с вами сами построили. Сейчас, в общем, где-то уже должно быть рядом все это дело. Так, уже, наверное, вот я вижу, по-моему, строитель. Не помню, как он называется. В общем, то, чем мы собирали как раз наш циклопчик. Или мне все это кажется, или... Смотрите, мы плывем, плывем. Видимо, мне показалось, что это очень все близко. На самом деле, ничего не близко. Так, энергия заканчивается. Да, у нас уже желтым она светится. Так, под нами тоже ничего интересного. Можно было бы, конечно, если бы мы нашли кораллы, можно было бы сейчас батареи наделать. Но здесь внизу, насколько я вижу, у нас красная зона. Вот, и в ней, естественно, этих самых кораллов нет. 114, 113, прям энергия заканчивается на глазах, да, все уменьшается и уменьшается. Ух, я чувствую, придется мне все-таки плавать туда-обратно, чтобы заряжать ее. Но очень я надеюсь, что мы доплывем, очень-очень. Прям вот, ого. Вот это да, я надеюсь, он нас трогать не будет. Надо под ним как-то проплыть, чтобы он нас не атаковал. Так, я уже вижу лес сталкеров. Это уже лес сталкеров. То есть мы где-то совсем-совсем рядом. Где-то мы совсем рядом. Ну, только бы дотянуть. Уже даже прорисовывается наша станция сквозь текстуры земли. Ну вот, мы приплыли. Мы дома, ребята. Мы наконец-то дома. Фух, это было долгое, сложное путешествие. Мы нашли много чего интересного, но не нашли всего того, чего хотели. Поэтому придется еще, наверное, отправиться еще раз там еще в один заплыв такой большой достаточно, да, чтобы найти недостающие нам вещи. Давайте я хочу попробовать, знаете что, водоочистную станцию поставить.
По идее, у нас ресурсы еще должны быть на нее. А вот, если что, я там дособираю, но сейчас мы попробуем ее хотя бы здесь поставить, потому что раз она в циклопе не ставится, где-то же она должна ставиться. Вот, здесь у нас посередине комнаты как раз много места, и можно именно здесь попробовать ее воткнуть, только, по-моему, я ее забыл на циклопе, да? Я же выкладывал, точно. Точно, точно, точно. Так, наш циклопчик. Наш циклопчик. Так, где мы выкладывали? Вот здесь, по-моему, все выложили. Так, 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 так. Где у нас строитель? Вот он, строитель. Забираем. И погнали. Погнали, попробуем. Что из всего этого получится? Надо будет вот это все разбирать, тоже дело. Как-то перестроить. Ну, для этого я хочу, конечно, сначала найти помещение, где мы можем припарковывать свой мотылек. Так, ну пока мы его не нашли, поэтому смысла разбирать тоже нет. Два титана нам всего лишь нужно. Я думал, что сейчас скажут, что он и здесь не ставится. Это было бы крайне интересно. Так, а посередине никак ты не можешь поставиться? Мне бы хотелось тебя посередине именно поставить. Ну или... А, он просто занимает одну из стенок, смотрите как. Вот в чем дело. Ну, давайте, не знаю, давайте вот на этой стенке, потому что в ту сторону мы точно с вами уже не будем ничего строить. Два титана у нас должно быть. Два титана абсолютно точно должно быть. Здесь я насобирал в свое время очень много чего. Поэтому давайте доделаем и посмотрим, как все это дело работает. Так, 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 так. Использовать очистную станцию. Процесс очистки. Вода 1%, соли 1%. 1%. То есть она сама по себе, что ли, работает? То есть она нам будет давать и воду, и соль? Обалдеть, смотрите, как здорово. Вот это находка. Вот это спасибо вам, ребят, за подсказку. Это очень здорово. Мне бы хотелось, конечно, посмотреть, когда процесс закончится. Может быть, парочку тогда их поставить? Почему бы нет, да? Почему не поставить их парочку? Не знаю, можно или нельзя, но мы попробуем. Так, ну и я думаю, что вот здесь два титана нам не хватает. Сейчас тоже титанчик возьмем. Строится очень легко, кстати говоря. Не знаю, требуется ли ей энергия, но вроде бы пока у нас энергия наоборот набирается, поэтому не очень понятно. Так, здесь у нас будет еда и вода, и тогда нам вот эти рыбы, они в принципе не нужны будут. Пузыри мы наберем себе и так воды. Так, давайте еще одну поставим. Или тратится на этой энергии, я что-то не пойму. Пока набирается, вот непонятно. Нет, все-таки, видимо, тратится энергия. Потому что мы сейчас ничего не делаем, а энергия потихонечку уходит. Но если что, мы еще один биореактор поставим. Я думаю, что проблем с этим как раз быть не должно. И плюс солнечные панели еще можем налепить. Так что энергия у нас, по идее, должна прибавляться достаточно быстро. Прошу прощения. Кашель что-то как все после болезни никак не проходит. 10%. Ну, очень медленно, конечно, все это дело происходит, но зато у нас теперь халявная соль будет и халявная вода, насколько я понимаю. И нам не надо будет где-то ее бегать там искать. То есть мы будем ее, видимо, забирать прямо отсюда. Это очень приятно. Да, энергия просто с бешеной скоростью тратится. Давайте тогда, знаете что, пока что еще построим еще парочку солнечных панелей. Может быть, это как-то улучшит нашу ситуацию. Или биореактор еще один. Давайте солнечные панели все-таки построим. Как-то с ними попроще. Два титана, два кварца. Так, это у нас добра пока в избытке. Два титана. В общем, 4 возьмем, 2 поставим. И раз, два, три, 4. В общем, сейчас поставим еще 2 солнечных панели, чтобы у нас все это дело как-то лучше и быстрее работало. Так. Так, так, так. Надо для симметрии как-то ставить их. Солнечные панели. Так, вот как-то вот с этой стороны, да, будем заплывать тогда. И вот куда-то вот сюда давай ставься. Ну, что такое-то? Почему ты не ставишься? Так как-то кривовато, она хочет поставиться, а ровно не хочет, смотрите. Так. Надо вот как-то вот нам вот
но вот, ну не хочет она, видите, ровно ставиться, поэтому, ну, сейчас как-нибудь. Вот, попал. Ну, хотя кривовато немножко, но ничего не поделаешь. Ну, не сделали разработчики возможность выставлять все очень ровненько, поэтому приходится так, как есть, сделать. Так уж как лепится, да? Так, я думаю, что вот так будет дело обстоять получше. У нас энергия будет потихонечку набираться. Биореакторы работают. Заряд 100%, заряд 100%. Ну, вот, отлично. Это отлично. Давайте, кстати, днем посмотрим, как наша комнатка вот это выглядит. То мы в прошлый раз, по-моему, смотрели ночью. И вот он, наш циклопчик. Ну, по-моему, здорово. По-моему, здесь очень здорово. Выйти так, как, знаете, жить на каком-то высоком этаже. Вышел, так посмотрел вниз. Вот, очень здорово, очень красиво. Так, посмотрю я еще раз. Мало ли, может быть, водичка все-таки сделалась. Нет, пока еще делается. Соли 52, воды 26. Очень медленно, конечно, но делается. Очень делается совсем-совсем потихонечку. И энергия расходуется достаточно быстро. Смотрите, уже мы еще две панели поставили, но все равно она у нас тратится с большей скоростью, чем набирается, да, по-моему. Или нет, или не очень понятно. В общем, не удастся, видимо, нам посмотреть, что же нам даст эта водоочистная станция в конечном итоге. Вот, потому что очень медленно набирается, но обязательно в следующей части на это посмотрим. Потому что пока все равно буду плавать, там набирать ресурсы для того, чтобы сделать батареи. Как раз я думаю, что все это и сделается, и мы вместе с вами в следующий раз посмотрим. Ладно, спасибо огромное всем, кто меня смотрел. Спасибо за ваши комментарии и лайки. И обязательно с вами увидимся в следующей части. Всем пока-пока.